Всем привет, с вами новый вестник. Номер 11! 11! Барабанные палочки! А еще не пропустите два кода на подписку, как обычно в нашем видео. Друзья, в ранних выпусках мы говорили о том, что планируем провести акцию по смене никнейма и пола персонажа. Вы все чаще нас спрашиваете, когда же? Мы планируем провести ее в конце декабря, в январе. Поэтому до 1 февраля вряд ли стоит снова задавать этот вопрос. Как только у нас будет точная информация, мы обязательно опубликуем ее на форуме. Все ждут трансфер, и мы не меньше вашего. Готовим акцию к выходу в конце этой недели, но, к сожалению, есть шанс переноса старта акции на понедельник. В любом случае, ждать осталось совсем недолго. Пришло время вопросов из серии «Хочу все знать». Почему нельзя просто так взять и поднять кап сервера? Иного, да купи уже железо для сервера, это же так просто. Да я на своей фришке поднимал 10к. А дело, друзья, вовсе не в железе. Вот есть у нас железо. Классное, самое лучшее. Вот стоит на этом железе операционная система, а поверх нее еще программа, серверная часть игры. Она обменивается данными со всеми запущенными у игроков клиентами игр, логирует игровые события, записывает ваш полученный наносимый урон, ваш получаемый опыт и очень многое другое. У этой серверной части есть свой предел обработки данных, который зависит не от серверного железа, на котором она стоит, а от написанного много лет назад кода. И когда одновременное количество соединений не превышает некое число, а для нас оптимальным является 6500, серверная часть успешно справляется с нагрузкой. Поэтому, если на сервере будет играть одновременно больше 6500 игроков, возникнет очень большая вероятность критических ошибок, которые мы допускать не хотим. Ну, так бы сразу сказала, теперь все понятно, нормально объяснила, чего орать-то? 18 ноября, в день рождения классики, мы многих из вас порадовали новостью о новом ездовом питомце. Напомню, что если вы зайдете в игру с 18 ноября по 6 декабря, то получите такого питомца на 7 дней. Сегодня к уникальному ездовому питомцу добавляется не менее уникальный агатион – избушка на курьих ножках. Получить его можно при тех же условиях и также временный на 7 дней. Оба подарка планируются в упаковке. На сегодня это все новости. Спасибо всем за внимание. Пока!